совершил посадку в аэропорту Вацлава-Хавела. Температура воздуха в районе аэропорта плюс 8 градусов. Местное время 15 часов 45 минут. Для вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах с застегнутыми ремнями до полной остановки самолета и выключения светового табло. К выходу мы вас пригласим. От имени авиакомпании «Аэрофлот», российские авиалинии и альянса «SkyTeam» благодарим вас за сегодняшний рейс и будем рады новой встрече с вами. Приносим вам свои извинения за небольшую задержку вылета и причиненные неудобства. Благодарим за внимание. До свидания. Ladies and gentlemen, our aircraft has just landed at Vaclav Havel Airport. The ground